Новый микрорайон из 50 многоэтажек в Находке, появление ремонтно-строительной базы в Артеме, а также инвестиционный профиль Уссурийского городского округа. Во Владивостоке в здании правительства Приморского края состоялось заседание Совета по привлечению инвестиций в экономику региона. Сегодня на рассмотрение Совета выносятся вопросы, каждый из которых соответствует приоритетным направлениям социально-экономического развития нашего региона и подтверждает заинтересованность инвесторов в реализации проектов в регионе. Один из наиболее крупных проектов, которые вынесли на рассмотрение, претендует на статус приоритетного. Проект комплексной застройки мыса Астафьева предполагает строительство 50 многоэтажных домов. В план заложено полное благоустройство территории, а также создание социальной инфраструктуры. Детский сад на 1100 мест и две школы на 1500 мест. Видовые площадки, торговые центры и парковые зоны. Все предусмотрели еще на этапе проектирования. Члены инвестиционного совета единогласно поддержали присвоение статуса приоритетного проекту. Для реализации проекта необходимо подведение магистральной инженерной инфраструктуры, водоснабжение и водоотведение 6 тысяч кубов в сутки, отопление 42 гигакалории и электроэнергия около 16 мегаватт. Также на заседании рассмотрели возможность реализации проекта строительства ремонтно-производственной базы в городе Артем. Кроме благоустройства территории, которая предназначена непосредственно для строительства базы, инициатор проекта гарантирует новые рабочие места для жителей и установку спортивной площадки на территории городского округа. На заседании также были представлены обновления инвестиционного интернет-портала. Теперь площадка стала интуитивно понятнее и функциональнее для пользователей.